Воздушные шары и веселая музыка. День рождения стал большим праздником не только для самого дельфинария, а в первую очередь для зрителей. Перед входом концерт с песнями и танцами, а внутри большое праздничное представление с участием всех звезд большого дельфинария. Сегодня Большой дельфинарий – это визитная карточка не только парка Ривьера, где он расположен, а всего Сочи. Он является самым большим и современным на территории Черноморского побережья. В подарок коллективу – благодарственное письмо от главы города. Сегодня нас отметил благодарственным письмом глава города, что очень приятно и тепло, и греет нас. И, конечно же, самая главная награда – это признание зрителей, аплодисменты. Это самое приятное, их улыбки, когда они выходят с представления. Это самое главное, то, для чего мы работаем. Главные звезды дельфинария – черноморские дельфины Афалины, белые киты-белухи, морские львы и, конечно, профессиональные тренеры. Все вместе они дарят зрителям невероятное зрелище, наполненное захватывающими номерами и головокружительными трюками. Сегодня подключились и специальные гости – воздушные гимнасты. Это что-то необыкновенное. Такие умнички дельфины, такие белуги красивые. Очень красивое представление. Пришли во второй раз. Нам столько понравилось, что ребенок меня целую неделю просил именно нам дельфинарий ваш. Спасибо огромное. А еще дельфинарий – это место съемок самых популярных телепрограмм. Известные артисты и спортсмены стали участниками шоу «Вместе с дельфинами», попробовав себя в роли тренеров. Здесь же свою судьбу в ходе жеребьевки с помощью дельфинов определяли участники «Новой волны». Кроме того, дельфинарий абсолютно бесплатно на свои представления приглашает инвалидов, ветеранов, детей-сирот, пенсионеров, школьников в День защиты детей. А еще дельфинотерапия – это занятие для особых детей – стало неотъемлемой частью работы дельфинария. В честь дня рождения Большой сочинский дельфинарий приглашает на праздничные представления со скидкой 50% 16 и 17 сентября в 11:13 и 16 часов. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.